И зрители, ну что ж, конец сезона, давайте подведем итоги. В общем, если честно сказать, в прошлом месяце, в сентябре, халтурил я. То есть, те цели, которые я ставил, я, в принципе, их не сделал. Я хотел 6-100 поднять. Ну, во-первых, это было невозможно для меня, потому что я чувствовал, как мне сложнее играть, чем в предыдущем сезоне, это раз. Ну и, во-вторых, я не так часто стримил, не так часто играл в глобале. И даже в последний день я не то что 5800, я на 5500 еле сдержался. Короче, ну так вот получился этот сезон, но хочу выстрелить в этом сезоне. Этот сезон должен быть длиннее, и, соответственно, у меня шансов побольше поднять 6-100. Помимо того, что будет основа, я хочу еще ввести новых 4 рубрики. Название и суть этих рубрик я скажу чуть позже, там, в следующих роликах, отдельным роликом, либо на стриме. Короче, обязательно подписывайся, чтобы следить за новостями. Также я попрошу вас тоже принять в этом участие, проголосовать. Возможно, вы еще какую-то рубрику выберете, потому что у меня список 10 рубрик, но я выбрал там их 5, ну 4-5 плюс-минус, короче. Вот, нужна будет ваша помощь. Ну и где-то через дней 5 я планирую создать твинка. У меня было две идеи. Первая идея — создать колоду, в которой будет всего лишь одна карта максимального уровня, все остальные первого. Хотя сейчас не все карты первого уровня, например, легендарки начинаются с 9. Но суть была такова, что я одну карту, к примеру, голема качаю на максимальный уровень, на 13, а все остальные будут минимального. Ну, к примеру, леги все остальные. Вот, эта идея мне понравилась, но я оставлю ее, скорее всего, на следующий месяц. А в этом месяце у нас будет интересное изменение баланса. Королевский гигант тоже должен выстрелить. Вот, хочу попробовать с ним. Но, чтобы это еще было интересно и с ником, да, чтобы, блин, как назвать же аккаунта. Вот у нас с какого там, 6 или 7 числа будет бой, да, Хабиба и Конора. Вот, и мне зрители предложили взять ник победителя. В принципе, я не отказываюсь от такой идеи, прикольно, как по мне, поэтому ждем этот поединок и после этого выбираем ник моему твинку. Короче, ребят, в этом месяце я думаю, что у меня все получится сделать, подписывайтесь, поддерживайте и нажимайте на колокольчик. Долго балаболил и открываем сундук. Я думаю, ничего вам не надо рассказывать про то, как я закончил этот сезон, вы сами все видите, я не буду говорить, что «О, это было сложно, у меня не получилось», ну, по факту вы сами видите, не получилось и все, поэтому... Оправдываться не будем, движемся дальше. Так, леги, это интересно. Блин, у меня и то, и другое максимального уровня. Ну это просто невезение. Уровень 13. У нас же 13 уровень, да, здесь. Ну блин, капец, правда, обидно. Вот целый сезон пахал, да. И мне дали те леги, которые у меня уже были максимального уровня. Вот, причем, что мне еще золото не дали. Я вот, да, взял громоверса, а золото мне не дропнуло. Выгодный сезон набора лиги. Ну, Суперсел, ну вы чё? Чё вы не предупредили меня? У меня сейчас на карте нету денег. Ребята, хотели бы вы, чтобы я купил этот спецпак? Ну, в принципе, мне уже золото-то, по сути, не очень-то надо, да? Вот, а вот леги нужны. Вот, леги, смотрите, у меня осталось не так много легендарок. Спарки уже 13 из 20. Я ж вам не показываю видосы, как я покупаю их в магазине. Я их покупаю практически каждый день. Вот уже королевский призрак на 12 скоро перейдет. Не останется всего лишь ничего. Ну, в принципе, плюс 2 леги неплохо, если, конечно, не те, которые уже мне максимального уровня. Ну, давайте, ребят, пожалуйста, наберем на этом ролике 5000 лайков, и я куплю вот эти 2 сундучка, и, возможно, 100 лего, которое мне выпадет, составлю колоду и поиграем. Вот, 5000 лайков я задоначу. Насчет конкурса, не знаю, хотели бы вы конкурс или нет, вот, но... Не знаю, короче, пишите в комментариях, но задонатить я, в принципе, готов, если вам это будет интересно. 5000 лайков, и я запилю ролик, где я доначу на вот эту спецуху. Блин, ну я не ожидал, что будет эта спецуха. Мне на карте сейчас вообще по нулям, нужно выводить с электронных кошельков, бла-бла-бла. Так, ладно. Ну что, погнали, сыграем в глобале. Мне скинуло на 4700, тут сейчас будут одни топы, поэтому, ну давайте проверим. Давайте проверим, что за игроки будут сейчас в глобале. В общем, ребята, думаю, в курс дела я вас ввел на этот сезон. Планов много, надеюсь, я не забью на это все, потому что построил я себе очень много задач на этот месяц. Хотелось бы, реально, там по рубрикам очень много идей. Хотелось бы их, конечно, воплотить, но а там как получится. Вот, поэтому поддерживайте и принимайте участие в голосовании. Я еще, кстати, просто недавно проснулся, поэтому трудно комментировать мне и записывать ролик. Так, ладно, что это у нас? Хог с мортирой, что ли? Или какой-то спеллбейт с хогом? Банда гоблинов очень... Да ё-моё, нифига, они ведьму съели. Прикольно.
Вот так вот, смотрите, какой прекрасный Poison будет сейчас. Так, здесь у нас Мега Миньон. Я чуть побольше урона нанес. Так, отлично, еще не все гоблины сразу сагрились на мою вышку. Давайте кидаем бревно и забираем еще копейщиков. Он, в принципе, неплохо играет, достаточно грамотно все сделал, но мне повезло то, что я активировал главную вышку. Так, ладно. Тут, я думаю, сейчас будет дракон у нас. Дракон. Блин. Дракон же убьет мышек. Да, отлично. Хога он не подкидывал. Тоже, опять же, грамотный ход. Потому что если бы он подкинул Хога, это было бы бессмысленно. Так, ну тут сделаем так. Плюс дровосек еще поможет нам. Ну, все прекрасно. 1700 хп у нас. А, нет, не все прекрасно, потому что... он еще справа покоцал вышку. Дровосек, пожалуйста, 2000. Ай, если бы вторую сделал, то добил бы уже ядом. Ну, короче, я думаю, что слева можно уже забивать. Ну, смысла нету целого голема кидать на левую сторону. Я думаю, что надо сейчас прессинговать правую. Значит, по поводу 600, да, я, кстати, не посмотрел в начале там, сколько сезон-то длится. Но вообще попытаюсь 600 в этом сезоне, потому что, ну, этот я сезон... просрал, потому что в последние дни я уехал в Харьков и попросту не смог стримить, а это были самые такие шанс был последний, чтобы поднять кубки, потому что, ну, до конца сезона за 5 дней это проще всего поднимать, ну, где-то так, плюс-минус, за неделю даже, давайте округлим. Да, ну, блин, о, нормально, блин, надо было бревно лучше использовать, ну, ладно. Пускай тратит целого хога. Так, голем доходит. Мы еще одного поставим голема. Хотя на самом деле я мог бы, конечно, торнадо как-то использовать против хога. Но все равно у него был файр, он бы добил в любом случае. Минипек, он... что он выбрасывает? Неужели он думает, что он задефает это все? Первая победа. Давайте посмотрим, что по рекорду у нашего соперника. И посмотрим как раз, сколько будет длиться сезон. Прошли 20... О, 34 дня, пацаны! Ну, однозначно, однозначно ждите меня на 600. Потому что в подобном сезоне я брал 6070. Ребят, ну, правда, я постараюсь. Я постараюсь сделать красиво. Как всегда, я пытаюсь оправдаться. Как всегда. Ого, 5800 с Инферно. Лол. Давайте еще одну каточку, я просто не могу завершать на такой грустной ноте поражением, с поражением, вот. Блин, какая-то странная колода у него, с Инферно. Голем с Инферно! Я не могу просто спокойно об этом говорить, просто не могу. Да были там еще такие моменты, где я подтупливал, вот, например, со стороны... голема куда ставить. Я поставил на левую, а надо было направо. Ну да ладно, это все мелочи. Так. Банда гоблинов плюс... Ага, лава? Вау, лава с колдуном. Хорошо. Так, запускаем ведьму. Нам колдуна надо уничтожить. Нам надо уничтожить колдуна. Ладно. Попробуем так сделать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо, шарик пока не пыли. Пока шарик не пыли. Блин, это колдуна, сука, этот колдун, он так долго живет. Все нормально, я больше урона нанес. Я нанес урона больше. Богдан, я кстати, думал, что это не русский игрок. Только сейчас увидел ник Богдан. Так, ладно, поехали. Ёптво, что это такое? Тут бревно надо, бревно сливать. Нестандартная дека славы у моего соперника. Он мне удачи пожелал. Интересно, с сарказмом. Даже не знаю, какую карту сейчас закинуть. Чего он мне желает удачу? Он думает, что типа он выиграет или что? Он же по-любому потом мой ролик посмотрит. Он же по-любому меня знает. Вот так вот, Богдан. Ты чего мне желаешь удачи? Что не так с тобой, я не понимаю. Не, я... спасибо, конечно, спасибо. Но я думаю, удача тебе тоже пригодилась. Вот. 1300 здоровья на моей... Шарик на дракона, серьезно, Богдан? Ну ты... ты серьезно? Ну, Богдан, ну что ты делаешь? Ну вообще, ну... с ума сошел. Ладно.
Давайте свинью бомбящую. Ой, боже, Богдан. Не, видимо, он... Видимо, не посмотрит он ролик мой. Вряд ли он меня знает. Играет он ужасно. Да-да-да, за 30 секунд. Хотя 30 секунд лава может еще успеть долететь. Но что он будет делать сейчас с моей атакой, непонятно. У меня уже второй голем есть. Да, вот это, конечно, вовремя он орду мух выкинул. Но у меня, опять же, есть еще один голем. Я его, естественно, поставлю. Поставлю еще одного голема. 8 секунд. Кстати, блин, если бы сейчас он шарик закинул, я, возможно, бы и вышку потерял. Вот, ну, а так, победа. Ну, я бы его на 3 короны добил бы. Вот, Богдан, все, ты давай там больше не надо так делать, потому что, ну, типа, вот это удача, вот это, знаешь, он же по-любому неспроста так мне удачу пожелал. Или, может, я просто ищу в этом подвох. Короче, друзья мои, подписывайтесь на каналы и можете еще накинуть какие-то идеи свои в комментариях по поводу каких-то рубрик. Но я потом, когда выкатим свои идеи, возможно, вы что-нибудь добавите, где-то подкорректируете, хрен знает, пишите. Потому что вы же тоже, вы же зрители, вы лучше знаете, что вам хочется смотреть. Но, тем не менее, то, над чем мы работаем, надеюсь, тоже вам понравится. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и ждите новые ролики. Спасибо вам всем за просмотр, желаю удачи и до скорых встреч. Кстати, 5к лайков и вот этот спецпак будет на видос. Пока!